Привет всем выжившим. Ну что, будем играть в Mount & Blade. У меня добрались все-таки руки до рустикатора, поэтому попробуем поиграть в кампанию на реализме, играя только с лучниками. Точнее, будем прокачивать только лучников. Поэтому, да, думаю, будет весело. Полное создание персонажей я решил не записывать, поэтому давайте перечислю свою биографию и то, что я выбрал. В качестве родителей у нас городские торговцы, детство – обаяние, отрочество – на рынках и в караван-сараях, юность – тренировался с лучниками, зрелость – искусный побег и предыстория объединил постояльцев таверны. И вот мы появились только своим персонажем, и наша первостепенная задача будет набрать себе в команду лучников. У нас как раз есть 3 деревни напротив, где мы могли бы набрать крестьян, так что давай, пожалуй, этим и займемся. А вообще, если говорить о луках и лучниках, то, как по мне, здесь стрельба стала действительно куда удобней. Даже как только я начал играть, я зашел в мультиплеер, и я просто был в шоке с того, как легко убивать с помощью лука. В первой части это было куда тяжелее. Так, вот у нас уже получается 4 человека. Давай, может быть, прокачаем своего персонажа. Мы возьмем, наверное, оценщика, чтобы у нас снаряжение было дороже. Возьмем себе дипломатию, чтобы нам было выгоднее заниматься бартером. Ну и, пожалуй, возьмем себе тренировать новичков. Потому что наша первостепенная задача — это как раз-таки прокачка лучников. А лучники прокачиваются тут довольно быстро из имперцев. Так что, да, посмотрим, как у нас это все получится. И, пожалуй, сделаем себя лекарем. Отважный дух. Кстати, надо посмотреть, что это за черта такая. Так, ну что. Вот наши первые бандиты. Давай попробуем на них напасть. Если они, конечно, от нас не побегут. И, кстати, там выше были лесные разбойники. Конечно, это опасно делать, но мы в теории могли бы на них напасть. Хотя даже 2 разбойника лесных, они, скорее всего, наших 4 человек разорвут. А про себя уж я и молчу. Что ж, давай-ка на них нападем. Так, давай. Тут я, пожалуй, не буду нападать своими людьми, а попробую пострелять где-нибудь вдали. Так, погоди-ка. Построение, пожалуй, вот такое вот мы сделаем. Ах ты, скотина. Что ты будешь делать? Так, одного убили. Этого тоже. Осталось еще 3 человека. Давай, может быть, переключимся на... Эх, нет. Стой, стой, стой. Эх, попал. Так, ну, ё-моё. 2 солдата. Точнее, 2 разбойника. Какие солдата. Так, давай, нападай, нападай. Ну, смотри, кажется... Кажется, они выиграли. Да, они действительно выиграли. Правда, один у нас пострадал, да? Нет, вроде бы все живы. Как-то странно. Слушай, да, у нас все живы. Хм, неплохо. А, ну да, нас же всего 4. И вот у нас появились первые пленные. Конечно, мы могли бы набрать их потом себе в отряд, но, слушай, а какой смысл? Кожаные ботинки. 3 брони. Ну, такое себе. В принципе, тут ничего нету интересного, кроме, конечно, рыбы. Потому что рыбку наши крестьяне с удовольствием съедят. Так, и вот лесные разбойники. Давай-ка попробуем на них напасть. Если, конечно, у нас получится. Скорость 5, а у нас и 5,5. Так что, да, мы должны их догнать в скором времени. Так-так-так, стой. Интересно, а мы успеем вообще их догнать? Блин, ну это опасно. Это будет действительно опасно. Так, нет! Нет, 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 нет. Все. Фух. Если бы там были еще лесные разбойники, то это точно была бы для нас... А, последняя игра. Точнее, последняя битва. Ну что ж. 7 разбойников против наших... Троих человек. Ну и, конечно же, меня. Попробуем их выставить, сделать построение, ну и поставить куда-нибудь подальше. А мы попробуем как можно больше настрелять с помощью дротиков. Конечно, если честно, и дротики я не очень люблю. Но, ё-моё, уже одним промахнулся. Так, один. Второй. Ну, ёлки-палки, ну как ты мог так промахнуться? Раз.
2. Так, слушай, ну... Неплохо, неплохо. Сколько там осталось? Парочка человек у них? Да, они победили. Один, конечно, пострадал, но я надеюсь, он хотя бы выжил. Давай посмотрим. Нет, нет, не выжил. Он погиб, к сожалению. Но я надеюсь, что сейчас хотя бы я смогу прокачать одного или двух крестьян. А если, конечно, мне повезет. Так, ну-ка. Я смогу вас прокачать? Ну, видимо, да, одного из вас только. Ну, уже неплохо. Так, у нас получается один лучник. И, в общем-то... Что, мы будем нападать на этих лесных разбойников? Давай, может быть, попробуем набрать себе крестьян и... Нападем на лесных бандитов. Если, конечно, догоним их. Так. А что у нас по персонажу? Мы могли бы, конечно, прокачать себе лук или атлетику, но атлетику я обычно прокачиваю, как только у меня появляется адекватный отряд. А лук... У нас нету лука, поэтому стрелять-то нам не с чего. Можно было бы, конечно, прокачать себе лекарство, чтобы докачаться до профилактической медицины. Но пока что... Я даже и не знаю, слушай. В принципе, лекарство — это довольно полезный навык. Да и, в принципе, в битвы мы не так часто будем участвовать. Гораздо чаще будут участвовать наши солдаты. Так что, если мы будем их лечить, это будет очень даже хорошо. Так, ладно. Лесные разбойники. Давай-ка. Немножко ускорим. Справа горные разбойники. Так-так-так, аккуратно-аккуратно. Ну, давай. Все. Сдавайся или умри, разбойник. Слушай, а будет забавно, если мы сейчас от них погибнем. И, в принципе, это возможно, потому что... разбойники лесные, это тот еще противник. Они даже прокачанный отряд конницы убивают, а уж про себя и я молчу. Тут один болт и все. Господи, господи! Эх ты! Стой! В спину прямо. Так, ладно, одного убили. С помощью болта, ну-ну-ну-ну! Так, 69. Ну-ну-ну, постой, постой! Отлично, убили двоих. Фух, я надеюсь, сейчас мы сможем подобрать лук от этих лесных разбойников. Ну или, по крайней мере, какая-то адекватная броня было бы тоже неплохо. Так, смотри, обмотки и стрелы. Ну, уже неплохо. То есть на стрелы, по крайней мере, мы не будем тратиться. Давай, может быть, возьмем еще пару человек себе с вот этой вот деревни. Нанять войска. Это еще кто? Имперский пехотинец. Нет, 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 дружок. Мы отыгрываем лучников, ты нам не нужен. Хотя, конечно же, с ним было бы попроще одолеть вот этих вот горных разбойников. А они, конечно, не самые приятные противники. У них, я извиняюсь, всякие джавелины, которые могут с одной атаки нас убить. Ну ладно. Давай, пожалуй, возьмем себе вот это вот. И да, посмотрим, к чему нас вообще это приведет. Так, я плачу кровью, вашей кровью. Ну что ж, у меня, если честно, очень плохое предчувствие. У нас всего один человек, и я вижу, что у этих горцев есть конница. Хотя конница в виде одного человека, но это уже не очень хорошо. Хотя, возможно, у нас сейчас удастся лишить его... Эх ты ж, блин, если бы я только попадал. Так, ну еще один болт. Ну-ну, попади еще раз. Погоди, погоди. Последний болт. Давай все-таки его потратим. Попытаемся. Отлично, отлично. Конница. Ах ты ж, блин, а. Он все-таки его забил. Подожди. Давай спустимся с коня. И пускай он на нас поскочит, а мы его уже... Эх ты! Да-да-да, давай! Подбегай, подбегай! Получай, скотина! Получай!
Давай, давай! Ах ты! Отлично! Я хоть не мастер схватки, но кажется, он умирает. Ура, ура, ура! Смотри, у него топор, щит. Отлично. Блин, ну, это неплохо. У нас даже есть... Возможно, мы получим его коня, но это не точно. Хотя, подожди, я же его убил. Ну, ладно, посмотрим. Так, вот у нас горец. И да, мы все-таки получили вот эту вот лошадочку. Верховная езда, верховая езда на 60. Рыба и вот такие вот... Шипованная шерстяная броня без рукавов. А, выгляжу я, конечно, так себе, но с другой стороны у нас прибавилось брони, так что почему бы и нет? Давай попробуем. Так, и тут какой-то у нас караванчик есть. У меня, конечно, не осталось солдат. Подожди, у меня вообще никого не осталось. Да, он убил нашего лучника, скотина такая. Блин, мне даже лечить некого. Я же лекарь, как-никак, а мне теперь некого лечить. Ладно, нанять войска. Давай-ка наймем себе 2 человека. И что у нас вообще по прокачке? У нас 4 очка. 4, мать его, очка. И я их никуда не вкладываю, ты понимаешь? Никуда вообще их не вкладываю. Ну, давай попробуем, может быть... Что у нас тут? Лук, атлетика, лидерство, обаяние. Лекарство. Я бы лекаря прокачал, чтобы получить вот это вот... Медицину, но... Эх ты. Давай, может, попробуем. Да, я думаю, все-таки стоит прокачать нам на 1 хотя бы лекарство. А ведь чем больше у нас его будет, тем больше шанс, что мы не будем терять никого. А это, блин-ски, важно. Это очень важно. Так, и смотри. Либо мы, конечно, могли бы прокачать полностью атлетику. И смотри, сколько у нас получится. Раз, два, та-та-тат. И вот, у нас бы был бы яростный натиск, который дает бонус к нашим войскам. Что, в принципе, очень даже неплохо. Даже тут есть 2% здоровья к нашим пешим войскам. И, по сути, да, это было бы действительно неплохо. 4 к очкам здоровья. Слушай, ну... Давай попробуем. Попробуем вот так вот сделать хотя бы. И, пожалуй, пускай один будет к лекарю. Хотя, может быть, и стюарда было бы неплохо прокачать. Но в стюарде нам пока ничего не нужно. Поэтому лекарь это... Там довольно неплохие бонусы. Действительно неплохие бонусы. Поэтому давай попробуем. Вот так вот хотя бы. Либо мы могли бы прокачать себе лук. На 2. Вот так вот. Но у нас все равно есть лишнее очко, которое мы могли бы потратить на лекаря. Так, и пожалуй... Почему бы и нет? Давай атлетику еще прокачаем. Как-то вот так вот. Да, в принципе, вот это меня вполне себе устраивает. Так, здесь мы набрали себе войско. Да, набрали. Что ж, давай попробуем пойти в Лизион. Господи, боже мой. Немножко ускорим. Так, и тут у нас 10 бандитов. Так, теперь у нас отряд еще раз увеличился. Давай, может быть, как-нибудь подтянем. А, нет, они не хотят подтягиваться. Что ж. Пошли тогда в город, возьмем себе лук и попробуем немножечко раскачаться. Да, нанять войска мы никого не можем нанять, да ё-моё. Что же ты будешь делать? Это мы все продаем. Подожди. Рыба была явно лишней. Где она у нас? Рыбка, рыба, рыбочка. Так. Я почему-то не вижу здесь рыбу. Кстати, она стоит-то копейки. Давай, может быть, ее наберем. Ну и вот так вот. Да, вполне неплохо. Продадим, пожалуй, свои дротики. И возьмем себе лук. Вот, у нас как раз-таки тут есть. Подожди, а у меня вроде бы как были стрелы. Или мне приснилось, что мы стрелы получили. Так, 61.
Вроде бы, да, неплохо. Конечно, можно было бы себе взять вот такие вот зазубренные стрелы. Они получше будут, судя по всему. Давай попробуем. Так. А это мы, пожалуй, ему отдадим. Да, неплохо. Можно было бы взять дубиночку какую-то себе, но давай пока что попробуем вот с этим посражаться. Вот, смотри, дубина с шипами. Ну, слушай. А вроде бы и неплохая. 41 урона. Можно было бы щит себе прикупить. Но ладно, давай пока что будем без этого. Я думаю, нам и того, что у нас есть, вполне себе хватит. Так, у нас тут есть напротив деревня. Но давай, наверное, все-таки попробуем поубивать бандитов. Так, я не думаю, что мы можем прокачать вот этих вот наших имперцев. Да мы их только наняли, поэтому какая прокачка. Так, привет. Я плачу вашей кровью. Ну что ж, попробуем повоевать. У нас есть стрелы, у нас есть лук, поэтому почему бы и нет. Так, построение, ребят. Давайте вот такую вот. Не уверен, что, конечно, они выживут, но хотя бы они сумеют их сдержать, что, в принципе, уже неплохо. Отлично. Так. Свои поганые камни не кидайте, пожалуйста. Ох ты ж, блин, ну смотри, как они метят-то в нас. Отлично, отлично. Так, а мы успеем до коня добежать? Ах ты ж. Я своего уже убил. Ты понимаешь? Я убил своего. Стой, стой, стой. Отлично, отлично. Это все? Боже мой, я не думал, что у меня получится его забить в рукопашку, потому что с ближним боем без щита у меня прям совсем все плохо. Но да, ладно, мы все-таки кое-когда одолели этих 10 бандитов, но при этом весь мой отряд погиб. Нет, один был ранен. Ну, такое себе счастье. Так, у нас еще два человека в заложниках. И у нас новая экипировка. В принципе, неплохо. Так, а восточный серп это... Блинский, у нас превышенная емкость. Да ты издеваешься. Ладно, давай добежим тогда до города. И попробуем это все продать. Так, перейти на арену, на рентаверны. Что ж, войск тут нету, так что давай опять попробуем все это продать. И, наверное, 137. Так, погоди. А, что мы можем сделать? Войск тут нету. Вообще можно было бы себе шлем нормальный купить. А то у меня вообще ничего нету. Ну, а, точно. Точно. Я забыл, что у нас куча заложников. Отлично. Пошли. Так, это получается у нас есть Горкорис какой-то тут неподалеку. Попробуем там восстановиться. Так. Три имперца. Лосис из Горкорис. Что ж, семейная вражда. Нет. Я такой тип заданий, если честно, не очень люблю. Поэтому давай, наверное, попробуем побегать и пособирать еще крестьян. Так, здесь у нас никого. Что у нас тут поблизости есть? Так, тут тоже никого. Подготовьте войска для... Нет, не хочу никого подготавливать. Давай лучше пойдем и попытаемся собрать людей. Для нас это более первостепенная задача. Марения. Так, Марения, что ты нам можешь предложить одного человека? Ну, в принципе, уже неплохо. Тут есть 5 горных разбойников с одной кавалерией.
Слушай, я не очень хочу сейчас сражаться с горными горцами, особенно когда у них уже есть кавалерия, а у меня даже лучника нету. Ну, такая себе, скажем так. У, нет, 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 пожалуйста, только не нападайте, только не нападайте. Прошу, прошу, прошу. Так. Ну вот, у нас 7 человек. Но в любом случае против 5 листых разбойников мы ничего не сможем сделать. Давай попробуем сначала остановиться. Просто у нас нету щита, у нас ничего нету. И вот единственное, что мы можем сделать, это вот на вот этих бандитов напасть. Вот это вот да, мы сможем сделать. Но, извини меня, на лесных разбойников нет. Они с отрядами сильнее справлялись. Поэтому, да, давай лучше поубиваем-ка вот этих вот самых бандитов. В принципе, тут, я думаю, можно было бы отправить войска, хотя 100% у нас кто-нибудь умрет. Смотри. Так. Нет, один ранен. Ну, уже неплохо. Что ж, мы получили опыт. Мы же получили опыт. Да, можно было бы еще раз раскачаться. И я бы, может быть, раскачал атлетику, потому что пока что с атлетикой у нас, скажем так, совсем беда-беда. Торговля, обаяние, лекарства. Давай, наверное, все-таки атлетику. Либо, конечно, можно было бы прокачать нам стрельбу из лука. Тем самым нам бы потом проще было бы. Так, смотри. Меткость, скорость прицеливания и потом меньшее потребление еды. Здесь же у нас получается увеличенный урон в дальнем бою. Слушай, ну тут везде, в принципе, хорошие навыки. Поэтому, да, мне все, вот что тут предлагают, очень даже нравится. Так что давай, может быть, прокачаем. Ах, что же прокачать? Эники, беники, ели вареники. Давай атлетику. Давай атлетику. Попробуем быстрее прокачать себе обычный бег и тем самым забрать всякие бонусы для нашего отряда. Так, ну смотри, у нас уже 9 человек. Очень даже неплохо. Можно было бы. О, 6 бандитов. Отлично, отлично. Давай-ка их попробуем догнать. Вообще они должны уже 2-4. Но у нас скорость больше. У нас скорость больше, поэтому. Ну-ну-ну, давай, давай, давай! Есть. Что ж, сдавайся или умри, разбойник. Хотя 100% кто-то умрет у нас именно. У них-то, я уверен, все будет нормально. Так, привет. Ну что ж, давай-ка постреляем. Ребят, вы готовы? Давай-ка сделаем построение, построение, построение квадратом. Хотя я не думаю, что для них это будет эффективное построение, но в любом случае уже что-то. Так. Погоди. Нам главное вот этого парня с вилами убить. Он самый опасный из них. Так, тут больше с вилами никого нету. Да вроде бы никого не вижу. Отлично. Эх ты. Постой, постой, постой. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, в атаку. Отлично, разорвали, просто разорвали. Ты это видел? Причем, смотри, у некоторых вот такая вот туника. С какими-то полосками. Но а у других ничего такого нету. Интересно. Ну что ж. Мы получили немножко известности, немножко морали. Почему бы и нет? И, конечно же, никого мы не оставили в живых. Так что, да, у нас есть оливки. Единственная неплохая новость из всего этого. Так, ну а нам нужно искать еще бандитов. Так. Погоди-ка, может быть, у нас здесь будут какие-то. Подготовьте войска. Нет, 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 нет. Нам это не подходит. Что ж, давай искать лесных бандитов. Раз такое дело. Мы уже неплохо так. 4 человека. 3-5. Слушай, ну, в целом, да, мы могли бы попробовать их догнать.
Хотя у нас скорость 2,3. Ладно, я думаю, мы еще бандитов встретим. Сейчас по дороге. Подожди, подожди, подожди. Да, догнали. Отлично. Ну давай, хоть и это небольшой отряд у них, но я думаю, лучше все-таки выступить вместе со своими людьми. Так. Тем более карта довольно хорошая с этим мостиком. Давай, может быть, сделаем построение. Построение клином. И выставим своих людей. Привет. Отлично. Одного. Второго. Так, давай-ка попробуем вот этого забрать. Есть. Получилось. А этого уже я сам попробую. Ну и теперь при атаке с луку у нас прокачивается сам лук и атлетика. Ну, точнее, пешая ходьба, или как это сказать? Как он там называется, этот навык, я уже забыл. Давай посмотрим. Так, атлетика, атлетика. Да. Так, и у нас повышена точность. Неплохо, неплохо. Что ж, подожди. А, да-да-да. Тут выбора, скажем так, нету, поэтому... Вообще, мы могли бы потратить очко на прокачку концентрации, либо на выносливость. Нам, конечно, и то, и другое нужно, но стрельба из лука, наверное, более важная задача для нас сейчас. Так, смотри, а здесь у нас получается... Игрок наносит дополнительный урон при уровне здоровья меньше 50%. Вау. Неплохо, неплохо. Совсем неплохо, я бы сказал. Слушай, ну, может быть, выносливость для нас сейчас более интересна была бы. 20, здесь 30. Ну, смотри, здесь у нас получается бонусы на наш отряд не скоро будут. Поэтому, может быть, атлетика была бы более для нас интересна на данный момент. Поэтому давай попробуем. Плюс, возможно, мы ковкой будем заниматься, расплавлять что-то, продавать железо. Поэтому почему бы и нет? Так, нанять войска и еще два человека. Так, мне бы теперь их куда-нибудь спустить. Отряд. Одного человека мы прокачали. Давай теперь искать, куда своих людей, так скажем, спустить. Тут у нас есть 5 лесных разбойников. Вполне возможно, я их даже смогу догнать. Так, аккуратно. 23 бандита! Да, 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 определенно 23 бандита. Попробуй на них напасть. Так, отлично, напали на них. Что ж, давай посмотрим, что из этого получится. Но, если честно, мне кажется, у нас человек 5-6 раздербанит уж точно. Так, сразу делаем построение. Пожалуй, попробуем вот это вот. Чуть-чуть поближе поставить пехоту. И давай сразу начнем стрелять. Хотя... Нет, это невозможно, наверное, будет. Так, выставим сбоку нашего лучника. Блин, а их реально много. Слушай, их очень много. Так, сделаем, пожалуй, построение квадратом. Ну, я, наверное, зря это сделал, потому что сейчас ко мне полетит ой, как много. Так, один... Постой, постой, постой! Да елки-палки, что ж ты в него не попадаешь? Эх ты. Да, это будет полный ад. Так, отлично, отлично. Грабитель. Ах ты, скотина, убиваешь на моего лучника. Так, мы его забрали. Так, я не пытаюсь убежать. Все, 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 быстро садись на лошадь и давай погнали за ними. Наша задача сейчас как можно больше ранить и убить. Ну, желательно, конечно, и то, и другое сделать. Так, ух, одного... Отлично.
Давай, давай, режь их, режь их. Господи, какое ж... Хотел сказать живодерство. Но нет. Постой, постой. Эх ты, да куда ты бежишь? Давай, ребят, ребят, ну пожалуйста, я же вас не то чтобы убить хочу, скорее ранить, по возможности. Ну ладно. В общем, они убежали. Ладно, я надеюсь, у нас двоих-троих убили, а остальных мы просто прокачаем. Давай посмотрим, что из этого получится. Так, 4 грабителя мы взяли в плен. И у нас довольно много всего. Пожалуй, мы оденем вот такую вот себе шляпу. Перчатки у нас уже есть. И да, да, я думаю, нам этого хватит. Так. 6-1-1. Нет, слишком мало брони. Ну и смотри, мы можем, получается, еще догнать лесных разбойников. Подожди, а мы можем своих людей прокачать? Да, да, да. Смотри, у нас теперь 4 имперских лучника. Так, а за кем нам бежать? Скорость 3-4, у этих 5. Давай мы, наверное, все-таки попробуем догнать вот этих бандитов. Может быть, даже встретим отряд побольше. Валюха получил уровень. Сейчас мы посмотрим, что там у нас с отрядом. Так. Уровень. То есть мы можем себе еще раз прокачать лук. Или ту же атлетику. Вообще атлетика... Тут действительно хорошие бонусы. Но... Наверное, лук для нас был бы... Давай прокачаем лук. Я не вижу, что тут можно было бы еще нам прокачать. А, ну в торговле вообще неплохие такие бонусы идут, но... Как у нас торговля вообще идет? Получайте прибыль от торговли, управляйте караванами. Так, ладно. Погоди, погоди. Отлично, напали. Сдавайся или умри. Что ж, мы могли бы, конечно, отправить свои войска, но давай попробуем все-таки со своим отрядом действовать. Так, выставляем их. И выставляем своих лучников. Постой, а откуда они пойдут? Вот из-под того камня? Ну да, кажется... Как раз таки оттуда. А, вот. Отлично. Постой, постой, постой. Ах, какой хороший выстрел. Ах, ну что ты будешь делать? Так, ну вообще. Ах, ты сволочь, все-таки попал. Ну, немножко подкачались у нас... Также постреляли наши лучники, так что вполне возможно парочку человек мы сейчас прокачаем. А, в лучников. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, смотри. Еще один лучник. Теперь у нас 5 лучников, так что верной дорогой идем. Давай поищем, что вообще у нас тут есть. Ну, тут есть неплохой такой город. Давай, может быть, там продадим половину из того, что мы тут насобирали. Ну и, пожалуй, было бы неплохо... Было бы неплохо попродавать вот этих вот вещей. Так. Тут, конечно, в основном лохматье всякое. Но, слушай, хоть какой-то заработок. Уже неплохо. Отлично. Так. И надо продать своих вот этих вот... рабов, которых мы набрали. Вообще, мы могли бы заняться ковкой, но, как видишь, пока что я на это положил большой и толстый, простой короткий лук. Нет, ну, мы, конечно, могли бы себе купить щит. Давай посмотрим, что тут у нас есть. Такой вот. Мне, конечно, не очень нравится, что там у нас колчан проходит через вот этот вот щит. И, если честно, меня это подбешивает. Так, ну... Можно было бы вот вместе вот с этим пойти. Либо попробовать поискать...
А какой-то еще. Так, ну вот этот тут вроде бы неплохой. Давай его попробуем взять. Сколько он стоит? Подожди, 1000? Да ты издеваешься. Нет, 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 ну не может же быть. Так, 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 где он тут? В самом низу. 306. Слушай, либо мы могли бы поискать морских разбойников и уже за бесплатно у них взять. Давай, может быть, действительно попробуем поискать морских налетчиков, морских разбойников. Они, правда, у нас в основном обитают где-то вот в этих вот регионах. Может быть, даже и тут их, возможно, будет встретить. Но это того стоит. Там все-таки можно найти кольчужные ботинки, нормальные такие шлемы, ну и кирасу. Кираса тоже там неплохая. С них падает. Что ж, а вот у нас есть еще какая-то деревушка. Но давай попробуем. Нанять войска, 2 человека, почему бы и нет. А что у тебя там за задание, скажи, пожалуйста. Доставьте стадо в Диатма. Диатма, Диатма. Так, а это, видимо, довольно далеко от нас. Слушай, да, я что-то не хочу за такое задание браться. Давай лучше поищем бандитов. Так, либо попробуем найти задание, которое... Еще одно стадо. Да ты издеваешься. О, 9 бандитов. Отлично, отлично. Прямо под нас. Так, главное теперь их догнать. И не встретить других бандитов. Слушай, ну давай, 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 давай. Погоди, а мы, может быть, вот немножечко вот так, вот так, 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 так. Отлично. Я надеюсь, они теперь вдвоем на нас сагрятся. И тем самым их будет больше. А это больше опыта для нас. Так что, да, давай попробуем. Все-таки, как-никак, у нас есть лучники, и это хорошо. Так. В квадрат. Эти тоже заняли позицию. Ну и давай вместе со своими лучниками попробуем пострелять. Так, стена щитов выстроится. Так, ребят, я вас верю. Давайте пехоту поближе поставим. Так, я попал? Нет, не попал. Что ж ты будешь делать? Ну, еще одного. Есть. Там, конечно, возможно, кто-то умрет у нас, но, слушай, пока что они... Нет, они умирают. Они умирают. И последний... Погоди, погоди, погоди. Есть, получилось. Хотя вот этот вот убегает. Так, ну что вы стали-то? Давайте бегите за этим парнем. Ну ладно, его уже не догнать, поэтому... Слушай, они плохо так получили опыта. Грабитель. Что ж. Ну, конечно, из вещей у них тут полный-полный хлам, но я надеюсь, что в скором времени мы уже сможем нападать на лесных разбойников. А там уже, соответственно, и другие вещи с них. Так что, да, попробуем сейчас набрать лучников. Ну вот у нас. Увеличился, так скажем, отряд. И мы могли бы попробовать... Подожди, а мы же лекарь? Да, мы лекарь. Ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, если хотите увидеть прохождение по этой игре. И да, пока-пока, и до скорого. Старайтесь побольше сидеть дома и почаще мыть руки. Берегите себя.